Bună dimineața! Bună dimineața! Ce faceți, bă? Noi aici hrănim de obicei. Все знают, вся охрана знает, Берку знает. Что делай? Проснулись, памперсы менять надо. Я вчера купил 2 памперса. А не холодно вам? Ну, вот, чернее накрывается. А есть же приют, почему не на холтении? Мы там были. И что? Там хуже, чем мы. Что хуже? Зачем снимать? Хуже тюрьмы. Хуже тюрьмы? Там Славик, директор. Короче, мы там были, мы оттуда ушли. Там хуже тюрьмы. А в чем? Держат вас закрытыми или не кормят? Или в чем? Там уходят в 8 и приходят в 8 вечера. Ну тут лучше? А? Тут лучше? Так, я объясню. Эта женщина не транспортабельна, то есть она ходить не может. Да, мы видим. Мы ждем операции. Я за ней ухожу полгода уже. Вот сейчас я купил вот себе памперс, вот вчера. Вчера купил 2 памперса. Сейчас буду ее менять. Как бы... Просто... Нет, давайте я объясню. Ну, снимать это для вас или это что? Смотрите. Мне, чтобы я меня сейчас, надо раздеть полностью, снять штаны, снять колготы. Я покупаю ей штаны, потому что они писаются, и стирать мне негде. Я каждый раз покупаю другие штаны. Тебя как зовут? Александр. Саша, а как ты тут же, когда дожди, когда всякая слякоть, как... Клеенка. Клеенка. Ну почему ты тогда терпишь вот эти условия? Если бы не она, у меня все есть. Так идите в центре или в другом месте. Нет. Месте. Все-таки нет. Не тюрьма там. Все, я сделала для наших, чтобы дать памперсы, поэтому не хотела говорить. Я вчера вот выпрашивал, 2 памперса купил. Саша, один купил, блин. Второй подарили. Дина? Сейчас я буду ее менять. Чтобы ее менять, мне сейчас надо ее раздеть. Нельзя, если вы найдете. Снять все. Одеть штанишек. Штанишки. Ну, Саша, помолчи, штанишки, дай слово купил. Сказать. Тебя не остановишь. И, может быть, свитер там. Мокрая свитер, тряпка. И... Сейчас я хочу сегодня и голову мыть. Зачем? Минеральной водой. Придут морозы. Что ты будешь делать, Саша? Я? Ну, постараюсь найти выход из положения.